Конференция, которую я сегодня модерировал, посвящена использованию камер машинного зрения в различных аспектах, как для распознавания номеров, для распознавания лиц, потому что именно применение камер машинного зрения с несжатым видео позволяет наилучшим образом использовать информацию, которая идет от объекта. У нас есть партнеры, которые делали сегодня доклады как по распознаванию номеров, так и еще сделаю доклады по распознаванию лиц. Это очень важно в системе безопасности, потому что, вы сами знаете, текущую обстановку, и использование этих систем позволяет нашу жизнь сделать комфортнее, безопаснее и лучше, что является главной задачей работы компании Baster. Чем интересен All Over IP? Это конференция, где собираются единомышленники. Часто это друзья и партнеры. Мы уже стали друзьями наших партнеров, многолетние связи и работа вместе позволяет нам здесь встречаться и обсуждать наши проблемы. Сегодня были очень интересные дискуссии на тему, как правильно распознавать автомобильные номера. И для компании исключительно важна обратная связь от тех, кто это пользуется, потому что эта информация используется для разработки новых камер, новых технологий. Поэтому мы очень любим технологию All Over IP, потому что здесь еще дружная атмосфера. Конференция прекрасно организована. Действительно, придраться просто не к чему, и мы получаем удовольствие от всего даже 2 дней пребывания здесь.